В Дагестане первые морозы. Пик холода пришелся на эти выходные, однако впереди небольшое потепление. В ближайшие 3 дня усилится ветер до 20 метров в секунду. В Махачкале ожидаются слабые осадки. Ночью столбики термометров покажут от 0 до плюс 2. Днем от 3 до 5 тепла. Синоптики обещают, что такая погода сохранится в течение недели. В приморской зоне в основном дождь. Ночные температуры от 0 до 2 тепла, дневные от 3 до 5. В северных и низменных районах температура будет от минус 3 до плюс 2, дневные от 0 до 5. В предгорных и горных районах температура будет повсеместно отрицательная. Ночью примерно от 3 до 5, дневные от 0 до минус 2. В горных долинах возможно до плюс 2.